студії «Нового дня» сьогодні завітала заступник начальника відділу координації та громадських зв'язків департаменту ЖКХ Миколаївської міської ради Лариса Зайцева. Вітаємо вас у нашій студії. Зараз є дуже нагальною проблема алергії, і дуже багато алергенів знаходиться у нашій Миколаївській області. Однією з таких кричущих проблем є амброзія, про яку зараз не говорить тільки лінивий. Дійсно, по даним наших екологів, на території Миколаївської області проростає около 700 видів рослин, які можуть причислені бути к алергенам. Но иногда людей раздражают как раз не те виды растений, которые действительно вызывают аллергию, а те, которые как бы своими семенами раздражают дыхательные пути. Мы ежегодно, департамент ежегодно заказывает листовки, информационные такие кампании проводят и средствами социальной рекламы на бигбордах и ситилайтах для того, чтобы горожане хотя бы опознавали внешний вид этого достаточно агрессивного аллергена, потому что многие, к сожалению, до сих пор не знают, как выглядит амброзия и поливают в надежде, что он расцветет, как чернобривец. Багато хто чув про загрозу амброзії, про її шкідливий вплив, але мало хто її бачив насправді. Хотілося б дізнатися, як боротися з амброзією і який її, взагалі, яка від неї шкода? Ну, и вред, который приносит амброзия, он не просто огромен, а это растянутые во времени в поколениях. Как говорят врачи, аллергия на амброзию, она может накапливаться. И если нет аллергии сегодня, это не значит, что через 10-15 лет у вас не появится аллергия. Если ореол распространения амброзии, так скажем, будет оставаться такой же или увеличиваться. Кроме того, чем она агрессивна? Тем, что одно растение дает до 80 тысяч семян, и их срок выживаемости, если они даже попали в какие-то неблагоприятные условия, срок выживаемости 40 лет. То есть семя может, амброзия может прорасти через 40 лет. К сожалению, в условиях города бороться с амброзией методами гербицида, ну, там, с гербицидами запрещено. То есть если это возможно где-то за городом, на дачных участках или там, на полях, то в городе, к сожалению, бороться с гербицидами нельзя. И единственный способ бороться с амброзией – это желательно вот сейчас как раз период, когда она еще не высокая и не цветет, вырвать с корнем. И то все-таки желательно защищаться какой-то перчатки, какая-то на лицо маска для того, чтобы все-таки предотвратить возможность какой-то аллергии. А в условиях, допустим, больших территориях, это парки, скверы городские, то амброзию или там на газонах амброзию косят. Ее, если в течение сезона летнего скосить 3-4 раза, она не, ну, достаточно даже иногда 3 раз, она не зацветет. Но если она не зацветет, то в принципе она не будет того вреда, который она может нанести. Но при этом, если амброзию косить, а не вырывать, то она кустится. То есть на месте одного растения возникает кустики, несколько растений. Тобто набагато важливо виривати її, якщо є ця можливість. Більш ефективно це растіння виривати. І, звісно, якщо це небольшая територія вашого приусадебного участка, внутрі двора, то вам проще його вирвати, щоб вона не возобновлялась. Тому що якщо просто косити, вона буде розростати. Проблема города как раз заключается в том, что в городе очень много участков и территорий, которые либо ничейные, так называемые белые пятна, либо их собственники или арендаторы не обращают внимания на наличие амброзии. Это могут быть заброшенные территории каких-нибудь строительств, это могут быть огромные территории предприятий городских, которые, ну, действительно их очень тяжело обслуживать, но при этом административный кодекс, он предусматривает административное наказание, да, за
отсутствие борьбы с карантинными растениями. Тобто, якщо у людини на її присадибній ділянці, або, можливо, у підприємця, поруч із його підприємством, якого проростає амброзія, ця амброзія не скошена, не вирвана і гарно процвітає, він за це може отримати покарання. Да. Администрации районов в составе комиссии, в которую входит инспектор по карантинным растениям, они периодически обходят территории своих районов. На первом случае они предупреждение выдают и могут через там, неделю-две прийти и проверить, выполнено ли предписание. Если нет, то выписывается штраф, причем административные штрафы сейчас достаточно поднялись в размерах, и, допустим, для юридических лиц это уже 1731 гривна. Поборотися з цією проблемою ми можемо тільки разом за допомогою підтримки міста і свідомих громадян. Ось якщо ви сказали боротися з амброзією, виривати її або з кошти необхідні засоби застереження або, можливо, безпеки. Чи необхідно тільки захищати свої дихальні шляхи, чи необхідно захищати і шкіру від подразника? Желательно. Желательно, конечно, если все-таки кто-то занимается тем, что вырывает это растение, то желательно надеть перчатки и марлевую повязку. Конечно, там, где производятся огромные территории, там уже одеваются защитные костюмы, но это же на случай, если уже какое-то растение вдруг уже начало цветение. Для того, чтобы горожане как-то обратили внимание, что произрастает у них на приусадебном участке или во дворе. В конце концов, даже активные жители многоквартирных домов тоже могут принять участие, хотя жилищно-эксплуатационные предприятия, конечно, это их обязанности убирать на приусадебных, на придомовых территориях, убирать и карантинные растения в том числе, косить их. Ну, в принципе, это проблема каждого из нас, и очень у многих дети страдают от этого. Ось, якщо на прибудинковій території, у висотних будинках, люди помітили, що є амброзія, чи можуть вони звернутися до департаменту ЖКХ і запропонувати, можливо, і свою допомогу, і спільними зусиллями поборотися з цією проблемою? Ефективніше буде, якщо вони предложать свою допомогу жилищно-експлуатаційному підприємству, яке їх обслуговує. Я думаю, що ні один ЖК не відкажеться від допомоги своих жильцов. Хотя, конечно, они косят, но, может быть, там не успели, недостаточно. И поэтому это заинтересованность не столько чиновника или там служащего или дворника, сколько, конечно, самих жильцов. Сейчас пытаемся создать, каждая районная администрация создает такой перечень тех опасных участков, на которых собственники игнорируют, так скажем, требования правил благоустройства, не борются с карантинными растениями. И я думаю, что все-таки будет создана такая интерактивная карта, на которую можно будет позвонить, что рядом с нами такой-то участок не обслуживается или не убран. И, так скажем, будет виден собственник, юридическое или физическое лицо, которое, так скажем, способствует тому, чтобы остальным было плохо. Может быть, этот человек и не болеет на амброзию, ему все равно. Для этого, в общем-то, и департамент жилищно-коммунального хозяйства пришел к выводу, что такая информация и такая борьба должна быть какая-то более социальная и информационная. Да, информационная, потому что когда человек видит это наглядно, то, наверное, такой позыв для того, если он увидел, наверное, вырвать это растение или действительно сообщить о том, что необходимо покосить, будет более оперативное, так скажем. И поэтому мы в этом году решили не только средствами разъяснительных листовок, которые раздавались в основном населению, мы решили еще и средствами массовой информации, так скажем, в социальной рекламе сообщить людям об этой опасности. Это действительно
опасность не только для тех, кто уже болеет, это опасность для тех, кто еще пока не болеет, но, как говорят врачи, все может быть. Вашим департаментом було створено конкурс, але цікавою є історія перед створенням цього конкурсу, які були дебати і створення, коли ви хотіли поборотися з однією проблемою, з'явилась ідея, як боротися взагалі з проблемою алергії. Изначально депутаты городского совета подняли вопрос так называемых пушащихся тополей, женских особей, которых в городе достаточно много. Это огромные деревья, которые действительно в момент цветения в город покрывается, как в песне Иванушек Интернешнл, да, жара, июль, тополиный пух. Але у нас не у липні, а вже у травні з'явився пух. В России прохладнее, значит, и действительно в основном раздражал именно наличие вот этого тополиного пуха. И почему-то многие считают, что сам тополиный пух как раз и является аллергеном. Но рабочая группа, которая собиралась, пригласила врачей, пригласила биологов, экологов, они сказали, что тополиный пух сам по себе не является аллергеном, но он является раздражителем вот дыхательных путей, и поэтому кажется, что он вызывает аллергию. Но сам тополь, так скажем, он настолько в городе полезное растение, что, допустим, призыв вырубить все тополя все-таки не, ну, на наш взгляд и на взгляд экологов неправилен, потому что это растение в городе производит наибольшее количество кислорода. И если сейчас массово начать вырубать пушащиеся тополя, а это большие деревья, раскидистые, которые создают тень, а в нашу, так скажем, в жарком климате тень тоже не последняя, так скажем, необходимость, то мы получим другую проблему загазованности города. Поэтому было принято решение, что постепенно будут вырубаться, когда больные или сухие, или аварийные деревья, те, которые угрожают падением тополя, то высаживаться будут уже не такие тополя, а высаживаться другие породы деревьев, может быть, мужские особи, которые не пушат, либо выберут какие-то породы, которые тоже дают большую, ну, хорошую крону и более долговечные, потому что тополь, он не настолько долговечное растение, 40-50 лет, и он становится хрупким. Угу. Вот. И сейчас действительно очень много случаев аварийных, когда падают тополя и на автомобили, и перегораживают дороги или рвут провода. Поэтому вот была принята такая концепция, что замена деревьев постепенно, не высадка деревьев молодых уже с комом, такие, которые, ну, как бы, их большая вероятность того, что они приживутся и станут хорошие, так скажем, зеленые, так скажем, нашим защитой города. А тополя, ну, как говорят наши экологи, ну, потерпите 2 недели. Якщо тополя – це є, можна сказати, зовнішній подразник, то амброзія є подразником дійсно алергічним. І дуже опасним, тому що алергія, визвана амброзією, дуже грозить астмою. Як креативно свідомі громадяни можуть допомогти місту у боротьбі з амброзією? Ну, креативно – це, мабуть, та часть молодих людей. Я надеюсь, что в этом будут заняты и молодые люди, потому что, я же говорю, мы ежегодно изготавливаем, но хотелось бы что-то, свежий взгляд какой-то, новые идеи креативные, которые бы могли бы затронуть не только, так скажем, сведомо населения, а каждого гражданина, чтобы он задумался, да, вот сегодня у меня нет, а завтра... Ну, вот зачем рисковать? И поэтому мы предложили небольшие, так скажем, ну, на мой взгляд, это действительно достаточно небольшие суммы, так скажем, этих мини-грантов. Они не финансово, так скажем, украинскую спонукают, да,
Вони більш заохочувані. Вони більше за, да. І от к нам вже там обращались, там некоторые рекламные агентства, говорять, нам деньги вообще не нужны. Нам нужно, так скажем, тот имидж, что мы работаем с городскими властями и можем создать что-то более креативное. У якій формі можуть приєднатися до конкурсу звичайні миколаївці? На сайте городского совета было объявление о том, что департамент жилищно-коммунального хозяйства объявил этот конкурс. Там есть краткие условия этого конкурса, что бы хотелось видеть на бигборде, на сетилайте, на листовке и в ролике. И, кроме того, у департамента жилищно-коммунального хозяйства есть страничка в Фейсбуке, там тоже висит это объявление, и там есть контакты, которые можно направлять как в электронном виде, так и по телефону. Вот как раз я занимаюсь тем, что контактирую с теми, кто хочет, или у кого есть идеи создания чего-либо из информационной, для информационной кампании. Но где-то дело в том, что сама амброзия, уже ее цветение как бы приближается, поэтому сроки для проведения такого конкурса не очень велики, и ну, буквально 2 недели, вот, мы надеемся, что за 2 недели, так скажем, ну, шедевры кинематографии мы, конечно, не ожидаем, но это будет что-то, сейчас социальная реклама, отдельный вид творчества, ну, то есть как бы визуального. И я надеюсь, что мы увидим, может быть, даже какие-то достаточно высокого уровня ролики, которые станут интересны для всего украинского зрителя. Тобто учасники мають 2 тижні для того, щоб подати заявки на участь, подати свої варіанти у номінаціях, які на сайті міської ради можна буде отримати інформацію щодо участі у конкурсі, щодо номінації, які є варіанти участі. І на Фейсбуці там удобніше знайти. Тобто, дорогі наші телеглядачі, дивимось у Фейсбуці, дивимось на сайті міської ради про те, як можна допомогти місту у боротьбі з амброзією, ще й отримати від цього гарне заохочення, не дивлячись на те, як скромно і сором'язливо наша гостя казала, що це невелике заохочення, але ми інформацію бачили, хочемо сказати, що воно того варте. Нагадую, що сьогодні до нашої студії завітала заступник начальника відділу координації та громадських зв'язків департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради Лариса Зайцева.